Бюджетных мест стало больше, но конкуренция по-прежнему высокая. В Самарском государственном колледже по самым востребованным специальностям абитуриентов ждет конкурсный отбор. Алина Меликова хочет учиться на графического дизайнера. Девушка с детства занимается в художественной школе, но признается, конкурс будет не из простых. Для вступительных экзаменов абитуриентам нужно подготовить черно-белый рисунок с предметами кухонного быта. Мне как-то хотелось тоже как-то развиться, и я искала какой-нибудь колледж, чтобы заняться этим делом. Ну и решила сюда поступить. Больше всего, наверное, я люблю рисовать людей, ну и какой-нибудь задний фон тоже. Ну, чаще всего природа. Смотрю на характер человека, на внешность всегда это как-то отражается. То есть я беру как бы в роли персонажа. Все больше молодых людей хотят связать свою жизнь с дизайном и компьютерными технологиями. По словам директора колледжа, направление графический дизайн и системное администрирование давно в лидерах. Мы являемся ведущим профессиональным колледжем по информационным технологиям, и в связи с чем прием на обучение ежегодно увеличивается. Министерство образования по прогнозным данным рынка труда видит, что потребность в таких специалистах растет, технологии входят в жизнь. Сейчас уже даже подготовить сварщика без знания каких-то программ цифровых технологий невозможно. В Самарском государственном колледже обучается более 2000 студентов по 33 образовательным программам. Но только по 8 направлениям, самым востребованным, отличников ждут сразу 2 стипендии – областная и федеральная. 2019 год объявлен губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым годом среднего профессионального образования. И, наверное, это о многом говорит. И именно в этом году мы, я имею в виду систему среднего профессионального образования, ощущаем заботу правительства в виде дополнительного финансирования и капитального ремонта, приобретения основных средств, то есть учебного технологического оборудования. Приемная кампания продлится до 25 августа включительно. Более 2000 абитуриентов уже подали заявление на поступление. Валерия Куценко, Николай Сидоров. События.